Как мы приехали, так с приключением. Да. Бывают и некоторые, которые ради медведя приехали. Скажите, а приключения с вами приключились? Приключились. Да. Было трудно здесь? В основном в городе, в Петропавловске, в Камчатке не было трудностей. А трудности были, когда мы поднимались на вулкане, на горе. Может быть, люди как-то физически не очень подготовлены, но тем не менее, ну, нам все понравилось на вулканах. Не очень разные. До представления, до приезда и после приезда туристы уже немного знали по Россию. Но то, что не представляли раньше, это красота. Ну, красота между Карелем и Мурновским, где мы ночевали в палатах. Мы ожидали не такую красоту, а просто дикость, только вот мы как будто мы в лесу будем. Вам не было страшно? Нет, не было страшно. Не увидели просто медведя. Не было страшно. Если бы мы видели медведя, то да, страшновато было бы. А когда на вулкан ходили, вам не было страшно? Мне лично не очень. А туристам некоторым да. Дальше трое отказались от восхождения. Работа коллектива нам устроила. Нам понравилось. И если могу, то хочу передать спасибо всем. И Наталья, и Оксане, и Денису, особенно Денису, он такой очень добрый, доброжелательный, всегда помогающий людям.